Да, патронов слишком много. Блин, ну мы же уже разговаривали об этом, песик. Да что ж ты, блядь, будешь делать-то? О, живое! Один умер с первой, второй, думаю, тоже умрет с первой, бля, а он не умер. В итоге пришлось достреливать. Так, ну с простого. Для начала дайте эту хуйню, потому что сейчас нам будет не очень приятно. Ебать, кикимор там гоняет. Пиздец. Я просто постараюсь подальше. Это посередине. Ну что с алкаша, собственно, взять? Не ходи к нему, мужики, блядь. Изломчик выскочил. Блять, излома гонят кикиморы, верно я вижу? Пиздец. Пиздец. Да я даже не вижу тебя, блять. А ты меня видишь прекрасно. Что за хуйня? Ёбская. Придется вмазать хилку. Да, да, да. Я так не хотел, чтобы она зацепила. Она прям через кусты летит. Обоняние, блядь, что с нее взять? Тушенку. Что-то я есть пить хочу. Еще день только начался, я уже, блядь, три раза поел, три раза перепил. Нормальдос? Радейка мне не страшна абсолютно. Не на этой локации. Я уже подготовлен даже для рыжего леса. Барбос, блядь, крадется. Ебать! Кого? Я понял, я сдаюсь. Я сдаюсь, блядь, я сдаюсь. И как я, блядь, не зарядил дробовик? Какой же все-таки, блядь, какая невезуха. Я думал, у меня два, у меня один. Ой, 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 еще раскачивать надо теперь. Давайте, ебаные барбосы. Давайте, блядь. Еще, блядь, давайте. На этом все. Поговорили. Если я буду ходить в Севе, у меня вот такой будет худ перманентный. Так что стоит все-таки задуматься над модульным. Так, в пне у нас. Отстой какой-то. Зато поесть нашел, мелочь. Потом это и... И это еще можно пойти забрать. Представляю, когда тест свободы, приходи ко мне в любое время, в адрес армейские склады. Присутствуем на охоту. Так, снимаем. Дворников не предусмотрено в шлеме. Нет, не военный. А то мне показалось сзади, что дядечка-то не такой простой. Здорово. Спросить. Что нового? Темнодолина, мрачное место. Понял. А ты что расскажешь? Спросить, что нового? Артефакты у Юпитера. Ага. Да, в принципе. Еще раз, что там можно было, подожди? Не, это все. Пистолеты, говорит. Не стоит недооценивать пистолеты. Очень интересно, но не очень-то и нужно. В принципе, 10 кило свободных есть. Так, нам нужно залезть наверх. Ой, блядь, так это... А, нет, вот здесь есть лестница. Я думал, нам откуда-то вот от... бочком хотел показать, с другой стороны лезть туда. Хум-хум-хум-хум. Тайник. А он вообще наверху? Он может быть где-то не наверху вообще, вовсе, а внутри там или... А может на трубе, кстати. Нет, ну выглядит как будто он прямо наверху здесь должен быть. Или внутри в этой постройке. В
постройку, по-моему, зайти. Да, можно. Гэтс. Блять, не расшибиться бы. Там был нормальный заход. Человеческий, так нет. Мужчины. Ну я прямо здесь. А вот он. Это он, что ли? Это считается тайник? Обыскать. Нормальный тайник. Пушка в говне, правда. Немножко у вас. В остальном все заебись. Какой у тебя классный... Спроси у старшего. Ты один здесь стоишь. Тут люди все, псиволны, ебанулись. Старшова спроси, я тут один стою, никого нету. Старшой, вон, да, шахматы раскидывает сам собой. Псих, блядь. Ебать, ты по... оружие убрал? А, ты снимаешь, это оператор. Ну, привет. Здорово. Хочу тебя кое-что спросить. Что нового? Прямо по земле находится подземка Агропрома. Они говорят, полна аномалий, артефактов, там ходят лопаты, я говорю, ведущие лабораторию, которую я ищу. Третий штамп полно контролев в полтергейст. Я знаю, чему верить, но как-то пофиг, туда не собираюсь. Проводник, куда хочешь? На бар? 6 тысяч? Не, я не собираюсь пока что на бар. Хотя, соглашусь, пройтись до него было бы неплохо. Патроны скинуть там и все такое. Что за заметка повара? Пара скрин написанных от друзей, есть несколько детальных рецептов, описывающих маринование мяса при помощи алкоголя. А, ебать, неплохо. Нож вообще в говно. Оно уже и не работает больше. Ну и не весит же ничего, правильно? 100 грамм. Ладно. Прекрасные заметки. На этом, пожалуй, все. Там пацаны сидели еще на этом. На железной дороге, с ними тоже затереть. Если получится сейчас тут взять себе сюжет какой-то, то можно и в ней полезть. Но только если получится. Здорово. Хватит играть. Давай разговор разговаривать. Матвей. Матвей Мясник. Это фамилия? Слушай, все вопросы к главному. Матвей. Матвей, ебать тебя. Ладно, Матвей разговора не намерен. Ни на какие. Да так, кордон, короче. Сейчас, вот этот тайничок. Или за этим тоже рискнуть сходить. Схожу за всеми. Очень хочу оптическое приспособление на винтовку. Прям мечтаю. Я вообще задумываюсь о том, чтобы калаш на Мосинку менять, если что. Потому что очень удачная цена на патроны. Я думаю, прицел более доступен. Ебашит он повышенной пробиваемости патроном. Ну, наверное, так грубо. Хочу спросить, что нового. Хочу о чем спросить, подкинуться. Почему я как-то слышал? Висит на базе долго объявление. Пока. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров. С целью охоты на монстров. И выплачивание долга перед обществом. Там то ли лагерь, то ли что-то еще. То ли шашка. Но шашки тут я не видел, чтобы так горели. Поэтому, скорее всего, лагерь. А кто там в этом лагере? Это уже военные. Я зашел, вышел. О, грубая работа. Ебать. Не, все, тогда мы идем на... Мы идем на запад. Наши ноги в пыли. Наши ноги в пыли. У меня появились все инструменты. И мы можем ими воспользоваться. Или же отдать их механику, чтобы он помогал нам все делать. Чтобы мы не ебались с этим сами. И возникает вопрос, как мы сейчас поступим. Я думаю, лучше, конечно, отдать все механику. Тем более, что для этой работы... А, мне все еще понадобится. Ой-ой. Я узнал это страшное, блядь, падшее место. Это что, кабан?
Да. Не думаю, что с химерой бы они разобрались без жертв. Вот тайничок лежит еще. Два для тонкой работы. Два для грубой работы. У меня три инструмента для грубой работы. Ебать. Три, бля. Три! Это вообще, это вообще законно? Калибровка у меня была лишняя. Я, кстати, по-моему, одну лишнюю продал, одна лишняя лежит до сих пор. Грубая работа лишняя у меня. Две, блядь. То есть я могу двум технарям отдать грубую работу сейчас. Одну, например, на янтаре, одну здесь. Хотя я бы лучше одну придержал, отнес бы потом на север куда-нибудь, когда я перейду туда. А я туда рано или поздно буду переходить. Я едва ходить могу. Что у меня на выносливость есть? Да ничего. Эту хуйню надо выбросить за ненужностью. Пиздец. Это мы сдадим за деньги. Кофеин есть. Давай кофеин. На сколько он там действует? На минутку? 260 секунд. Порядок. Снорка слышу. Нужно немножко отдохнуть, чтобы хотя бы пешком можно было идти. Ну, сейчас мне не просто повезло. Это джекпот был только что. Это как минимум 20 тысяч плюс мои инструменты. 20 тысяч скидка и инструменты мне. Минимум. Или две скидки, или так продать. Но в разных местах. Пиздец. До сих пор, если честно, не верится. Это когда ты ищешь их, и их нет уже довольно долго, а потом раз тебе и три за две минуты. Вот это действительно круто. Теперь бы спокойно дойти до всего этого добра. Распределение нагрузки. Правда, ресурсов я, конечно, не нафармил, но это не важно. Патронов 270, очень прибыль. Серия должна называться прибыльная. По буквам, так знаешь. Слишком больше ништяки. И это еще даже не все, господа, потому что здесь тоже лежит ништяк. Вот так. 50 кило тащу на себе. Срочно нужна сумка. Если была сумка, я бы даже сейчас мог бежать со всем этим хабаром. Потом еще на кордон. Да. Эта серия видео не обещает быть короткой, я вам так скажу. Прям совсем не обещает. До этого я, по-моему, за сколько я там прошел? Call of Misery. Ой, DDR. DDR я прошел. Вечно забываю, перепутываю с Call of Misery. DDR я прошел эту серию, там в 20 я точно уложился. Тут, мне кажется, я в 20 точно не уложусь. Не кажется, а я точно знаю, что не уложусь. Опа, на 8 по умолчанию. Не обязательно его держать в руке. А, таки все, блядь, нахуй. Я перестал его брать в руку. А на F4 что я делаю? Угу. Вопрос снят. Въебал таблетки. Эх, похуй, все равно много. Миллионеру на эти таблетки. С колокольни, с высокой. Старый ангар, старый. Ой, блядь, тут песик отдыхал. Ну, благо один. Можно его опять же подрезать куски. О, пойду точилку себе для ножа куплю. И нож подточу. А может нож купить? Впрочем, да. Деньги есть. Бля, там пацаны подорвали. У меня выносливости нет. Ну, подорвали пацаны. Понеслась. Началось в колхозе утро. Ого! Зачем же так пугать? На. Есть второй. Он, по-моему, ранен еще, кстати, не мертв.
Нет, мертв. Синтетическую ткань не решил принести, а я как раз нож выкинул. Я как чувствовал. Как выкинул, так и заберу, вы не подумайте. Блять, только где я его выкинул? Все, пиздец. Не найти. Неожиданно приключилось приключение. Я с... О, вот он. Вы можете подумать, Максон, ты нажми кнопку F, ёб твою мать, я иду уже туда и сюда зажатый. Что там, кого пиздошит? А, это эту хуету. У парня, кстати, СКС. Вот, маску нужно проверить. Куртку-то понятно. Плащ на что порвется. Давай. Прочный текстиль, листи ткани. И то было нужно. Но теперь осталась только синтетика. Тут только лишь прочный текстиль. Это пригодится для следующего рюкзака. Конечно же. Вот с таких курток бывает падает синтетическая ткань. Ну, с обычных бандитских, с таких не помню. Проверим еще и маску. Давай-ка. А зачем мне был нужен для этого нож, господа, если я это делаю мультитулом? Ёбаный свет. Привычка. Тряпичную маску тоже можно разбирать, но сейчас она мне не особо к чему-то. Бля, пожалуйста, не убивай. Запорожец. Бля, патроны есть. Ай, жить хорошо. Прицел нужен теперь. Прицел, костюм с отливом. И в Ялту. Нет, в Ялту не надо. О, май. Я синтетический военный, прочный ткань. Мне с этого ничего не нужно, я даже забыл, что у меня здесь это есть. Я за ножом. Есть охотничий, есть советский, и еще один советский. Охотничий сколько? А это что? Это куда-то крутой. Вот охотничий, давай за пятерку. Сюда, точилку. Да пусть будет. Так, прощаемся с советским, берем охотничий. Уф. Таким зарезать можно, да? Прочитаем про него. Очень крепкий охотничий нож из нержавеющей стали. Качественно обработанное лезвие легко справляется с разрезанием шкуры мягких тканей даже крупных мутантов, из-за чего помимо разделки нож отлично подходит для охоты и позволяет легко наносить мутанту обширные кровоточащие раны. Нельзя также заключается в том, что лезвие совсем не рассчитано на пробитие бронежилетов сильно. Так, блять. Сейчас я нахуй буду, блять, бронежилеты им пробивать. Ну, подорвали, пацаны. Надо сейчас тут залечь и поработать хорошо. Поехали. Ага, далеко собрались хлопцы. Аркаша Кощей. Ебать, они наверх ломанулись, да? Тихий убийца сработал. Тихий киборг-убийца. С этих куртках получается синтетическая ткань. Вот с этих вот двух. Но это уже не смешно. Кстати, очень хороший натуристый хабар. Разобрать синтетику сюда. Я ходить больше не могу, к сожалению. Мне нужно от чего-то, блять, избавляться явно. А все это стоит очень хороших денег. Вообще все. Что здесь? С тебя хавчик. Ладно, херня. Колбасу там, говорит, хочет кто-то. А, 54-45. Какой ужас, блядь. Давай кофеин. Под кофеином могу ходить? Нет. Крепление для посольных гранатометов. Грубая работа. Мне не нужны. Калибровка мне тоже нужна. Ого. Давай избавимся от прочного текстиля. Давай избавимся от
все нужное. Ладно, шомпол, прощай. Я даже сейчас не могу идти. Прототип заживления ран очень хорошая штука, она обязательно мне нужна. Мне кажется, у меня было что-то. Вот эту хуйню. Да, давай мы эту хуйню выбросим. Потом мы что заберем на прототип. И до сих пор не могу. Набор костра. Маслом давай смажем ствол. Возьмем что-нибудь. Нет, синтетику мы брать не будем. Оклеим вот. Смажемся немножко. Это я еще второго даже не обыскал, и третьего. Пивко. Покушаем давай. Бля, я не могу идти, пиздец. Я не могу, почему так? Хабар. Короче так, блядь. Ты да выебывался. А, я же его не смогу перенести с собой в любом случае. Так что нужно выдумывать что-то сейчас. Давай крепление для посольных гранатометов. Я могу поставить прямо сейчас, его мы не будем терять. Это мы тоже не будем терять. Килограмм 100, 900 грамм вообще. Ладно, хуй с ними, с подствольниками. Это что? Это остается. 51 килограмм, пошел. Деньги, батарейки. Синтетическая ткань, опять же. Она сейчас больше всего нужна для нового рюкзака, поэтому мы не имеем права ее оставлять тут. В этом парне нету. Плащ твой спиздили, что ли, блять, я не понял. Бля, крутую штуку оставляю. Ладно, крепление подствольных гранатометов, прощай. Сердце кровью, блядь, обливается. Но что поделать? Я просто не могу идти. Пить хочу. Пивка выпить, что ли? Не, пива не хочу. Потерплю пока. Я вот воду быстро выпиваю. Патроны я выложу сейчас в баре. Возьму с собой штук там, не знаю, 80, не больше. Зачем так много носить? Все остальные продам, набор, грубую работу сдам. Грубая работа весит до хера. И буду свободный снова. На арену заскочу. Может, там есть что повоевать с другими людьми. Ну, хотя я уже чемпион же. А мне дали уже там какой-нибудь? Я уже опытный. Опытный, блядь, Максон. Все, превосходная репутация. Монолит, ник кривой, превосходная репутация. Но как это возможно? Мишка кидала. Ванька шанс. Кто там рядом со мной есть, блин? Федя, Федор топор, бля. А зомбированный есть тут в топе? Младший лейтенант Губарь. Богдан Бывалый. Слушай, тут такие прозвища. В Тарк ее могут подворовать здесь. Некоторые моменты. Бля, вот, а хотя можно было его взять, дотащить сюда и впарить всю ту хуйню, которая там осталась. Я надеюсь, что она останется на полу, эти инструменты. Синтетическая ткань у нас еще 3 сверху. Но нам нужно было намного больше, я помню. Нам прям нужно было дохуя этой синтетической ткани. Если посмотреть справочники, то чтобы скрафтить новую сумку, нам с вами надо... Я устал или что? Как это? Кофеин пей, пошли, блядь, устал он. Нам с вами надо 8 синтетической ткани, а там было 3. И я сейчас принес 3. Еще 2 надо где-то искать. Если найду, где купить, я куплю. Потому что лишние 7 килограмм, это они никому еще не вредили. 7 килограмм еще никто не умирал лишних. О-о-о. Дурдом. Муравей возвращается. Только этот муравей очень мало может носить с собой добра. Кокс надо брать. Без кокса тяжело. Точилка с собой есть на 4 использования. Весь-то на хуйню. А, КПКшники тоже надо отдать. Что тот, что другой.
На кровососа, на контролера это вниз в НИИ прыгать надо. Стакнем вопрос со стрелком и пойдем. Да и, собственно, блядь, все. Дальше делать техники. Но это очень прибыльная ходка. Прям очень. А сейчас не вечер, сейчас только 12 часов. Бать, кто рано встает, тому бог подает. Правда. Дробь простреливается вообще очень хорошо. Вот, Вася Шериф. Ты же причем выжигателю вновь кабздец настанет, как будто его перезапустил кто-то. Одиночки там какой-то труд. 13 кэсов. Я вот думаю сейчас пойти взять наборы да покрафтиться. Но для средней брони нужны тоже наборы. Обязательно хоть какие-то. Перехвольный ствол, калибровка. Подробно я могу и тут посмотреть. Противовес из полимеров, газовые регуляторы, ресивер разной формы. Это чего нет, блядь, того нет. А вот в броне, возможно, что-то и есть, да? Модули, синтетические и облегченные материалы. Нет, тоже нет, нихуя. Прототип системы заживления ран есть, это очень круто. Но в остальном все не то и все не так. Но эти наборы очень просто крафтятся. Ну как, блять, просто? Не очень просто, но варианты есть. То есть, грубо говоря, если посмотреть на коллаж сейчас, нам нужно с вами... Самое начальное это вес, блять. То есть нам нужна противоударная рукоятка, а для этого нам нужна... нужен противовес из полимеров. Следовательно... Мы заходим в справочник, заметки и находим противовес из полимеров в техническом руководстве. Кажется. Вот она, это... Блять, то есть как нахуй, не понял. То есть мне нужен он, чтобы схватить. Ремкомплект для пистолетов 2, ремкомплект для пистолетов малого калибра 1, стичащий комплект средний крупный калибр 2. Блять, он что, ебанутый? Это, блядь, что кого нахуй, блядь? Столько ремкомплектов? Не, я уж лучше поищу. Давай другую хуйню сделаем лучше. Давай на костюм. Подробно. Легкий каркас. Облегченные материалы, грубая работа. То есть... Техническое руководство. Облегченные материалы. Заживление ран у меня уже стоит. КПКшки, свороги. Как жизнь? Да потихоньку, спасибо. Нет, у меня такое я не умею. Ты кто? Мне там нужен был какой-то чел, который что-то написал. Классное. Вася Шериф. Пиздец, я богат. Я устал. Таблеточку. Я ебаный богач. Проходи, не задерживай. Спасибо. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. С чем здесь можно развлечь себя? Выпей на арену. Можешь дать кому-нибудь сталкеру в морду, алкоголь тебя мигом сопроводит. Для меня развлечение это работа, в последнее время практически нет времени на тебе сталкеров, хотят получить наблюдение с съемочкой. Да, есть такое. Ну ты, я понимаю, не просится заработать, но я предлагаю щедрое вознаграждение, так ли? Работа не для слабаков, совсем специфичная и требует беспрецедентности. То есть, стоп, как следует предлагать развлечься, остается людям. Хорошо. Суть работы. Один из микроблогеров предлагает огромное вознаграждение за сотрудничество 10 сталкеров. Цена вопроса 50 тысяч рублей плюс бонусы. Звучит более чем замачивающе для охотника за головами в зоне, не так ли? Однако эти сталкеры самые опытные люди в зоне. И заказчика не интересует. Ни их принадлежность к какой-либо группе, ни отношения с кем-либо. Нейтрал, наемники, долговцы, свобода или даже монолит. Никто из них, трусь, его совершенно не интересует. Списки сталкеров будут у тебя на КПК. Запомни, 10 сталкеров мертвые. Причина не имеет значения.
Самочувствие, чем кому замечаю, подписываю, согласен. Давай разберемся. Топ-10. Метеоартист. Родному сотрудничеству. Я загружу на твой КПК координаты первой цели, ликвидация цели, последовательно следующий, развлекайся. Ладно. Какие проблемы? Где Митяй живет? Ну, ебать, Митяй на Припяти тусуется. Ну, привет. Я очень рад. Так, тонкая работа у меня одна, да? Да, тонкая работа у меня одна. Ее, значит, отдавать я не буду. Там пока только грубую, на этом все. Готово. Митя все, кажется, да? Он просто перешел, видимо, да? Монолитов, монолитовец. Изменил свое место назначения. Патронов лишних скидываем. Возьмем с собой совсем немножко. Остальное на продажу. Зачистка есть. Уже по весу все хорошо получается. Синтетическая ткань у нас есть. 4 здесь и 3 тут. 7, а нужно 8. Бля, прикинь, еще одну бы синтетическую ткань. И можно жить. Махнемся, а? Спросить, что нового? Привет, сталкер! Да похуй, брат. Махнемся. Спросить, что нового? Охуенно. Спросить. Что нового? Махнемся. Одной ткани стрички, вы представляете, а? Вот незадача. А с этой хуйни получится или нет, как думаете? Проверим. Может и получится. Не, не получится. Ну, не получилось, значит... Значит, можно и загрузиться. Вот бы когда наводишь на нее... А, если нажать подробности, можно узнать, что получится? Ну, привет. Типа я нажму сюда, подробно. Я вижу совместимые ремнаборы только. А что получается, не вижу. Пластиковые синтетические части, грубая работа. Так, теперь ты. Что нового? Ну рассказывай давай. Здорово. О, ты красава. Вася Шриф, во. Спросите, что нового. Что спросить? Блять, не говорит ничего, негодяй. А ведь должен, по идее. Ладно. Махнемся, Вася. У Васи ничего нет, но он берет что-то. Всего можно, по сути, продать что-нибудь. Подходи, сталкер. Для таких, как да ты, я так. И ты не меняешься. Нет, синтетическая ткань сегодня не прибавилась. Ладно, дальше. На Андрея Лунева. Кличка старый. Андрей Лунев? Подожди, это... Андрей Лунев, это как вратарь? Нет, это Лунин. Да и Лунев тоже вратарь, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. В Зените играет. Здорово. А я такой, что за что-то знакомое? Так, сейчас технарь мне еще десятку закинет. Надеюсь, метеоартист сам закинет. Копыта откинет. Еду забыл только купить. Здорово. Работа. Сделаем. Я выполнил. 7 тысяч дал. Там типа снаряга. Если сможешь достать, организую в качестве наград для тебя. Благодарю. Торговля. Синтетическую ткань он, конечно же, не продаст здесь. Естественно, откуда у него эта хуйня. Были бы у него запчасти, было бы охуенно. Между делом, набор для мотобоксеров. Средняя броня вот есть, легкая броня. А мне средняя нужен набор. Был бы хорошо, было бы хорошо. Остальное обвесики. 20 тысяч денежек уже есть. В принципе, я не бедствую. Отнюдь. Патроны я не покупаю. Наборы у меня есть, ништячки у меня уже практически все есть. Дальше только на улучшение своего собственного ствола и тратится.
Ну и костюм можно получше. Все-таки хоть и крутой, да, такой, боевая защита, но можно взять и поинтереснее. Там работку надо еще сделать. Я бы не прикупить, я бы продать хотел тебе. На 800 рексов. Эц. Вот и плюсик, вот и живем. Нац. Шомполы всякие, прочее. Поебистика. Да на этом, в принципе, ну вот эти штуки, я ими не колюсь все равно. Че их собой? Надо было доктору продать, он, наверное, больше бы денег дал. Ого, войска, серьезно, 94. Войска 94, 51 тысяча. Бля, я бы с войска пострелял с удовольствием. А прицелов каких-нибудь к нему не подвезли, к этому войска? Дожили, блядь. ПСО не встает на мой почему-то. ПСО один, а тут что, какой-то другой? ПСО 1-2. У меня К-74. Неужели у меня не тот ствол для этого? У меня и модифицированная версия. На войска точно бы встала. А патрошки на войска у тебя вообще имеются? Кстати, новые костюмы еще. Это дефолт. Берил долго есть. Ебать. Этот вообще не пробить. Хоть и меньше воздействия и защиты. Витязь, тоже хрен пробьешь. А это что за новости вообще? РХБ, он с противогазом идет, с каким-то уёбским. Но это как раз и радиозащита, и... Но баллистическая защита похуже, чем в моем. А это я уже все видел. Синтетической ткани тут не купить. Прицелы разные. УСП тюльпан. Написано, что подходит то и другое, кстати. Давай попробуем. Для начала ПСО, пожалуйста. А там определимся. Ну-ка, давай вставай, не выебывайся. Давай, я сказал. Вот говно, блять, а. Я сейчас, если что, просто загружусь. Давай тогда вот эту хуйню. УСП один, давай. Он тогда должен встать. Вот, УСП встал. Ладно, более-менее, УСП тоже неплохо. Все, берем УСП тогда. Я очень хочу ВСК. Я прям пиздецки хочу ВСК. Какие новости, сталкер? У меня 22 тысячи, этот я отдам за 5. То есть у меня 27 тысяч. ВСК стоит. Но у меня так много патронов на калаш. Ладно, давай, ВСК подождет до лучших времен. Давай, тюльпан. Все, красота. Работа теперь будет выполнена точно. Оружие спрячь. Я тебе не парень, парень. Чего расскажешь, хороший? Арена тогда тоже пускай подождет. Хотя там бабки. Зайду, так и быть, блять. Так. Что там есть на этот раз? У меня был кровосос. О, бля, класс. Твои деньги, 30 секунд, тройной выигрыш, погнали. Я тоже чудовищно кровожадный. Класс. Есть приближение, не сильно больше, где-то 2,5 где-то, да? Ладно, похер. Я готов. Открывай меня, давай. Дробовик есть. До попадания, он идет домой. Быстро, сработали. Зашли, вышли. На нахуй, сасамба! Давай сердце. К сожалению, щупальца не выпали. Было бы здорово, если бы они выпали, я бы сейчас прям вообще бармену отдал.